Накануне 5 июня в реке Карабалта в Джаильском районе утонула 14-летняя девочка. Тело подростка нашли сегодня утром. По данным МЧС, семья приехала отдыхать. Девочка, которая побежала, чтобы достать упавший в воду мяч, больше не вышла из воды. Информация о ЧП поступила вчера, 5 июня, 18:38, о том, что в Джаильском районе на 97-м километре автодороги Бишкек-Ош в реку упала девочка 2008 года. Рождения. Прибывшие на место спасатели провели поисковые работы, но результатов они не принесли. Сегодня утром на поиски вышли 6 водолазов, и тело девочки было обнаружено. С начала года в Чуйской области утонули 7 человек, четверо из них – подростки. В прошлом году утопленников было 18 человек. Большинство несчастных случаев происходит из-за отсутствия безопасности. Несмотря на запрет купания, люди, пренебрегая этим, отдых заканчивается несчастным случаем. Между тем, гидрометслужба Кыргызстана предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 40 градусов. В этом случае набирает популярность бассейны и купание в реках. Особенно маленькие дети игнорируют опасность и подвергают своей жизни в опасность. Запрещается купание не в предусмотренных для этого водоемах. Родители, уделяйте особое внимание детям. Не оставляйте детей без присмотра. Сотрудниками МЧС сегодня продолжаются разъяснительные работы среди граждан о правилах безопасности на водных объектах. Так, сотрудники МЧС проводят подворовой обход, напоминают о правилах безопасности на воде и просят не оставлять детей без присмотра. Раздают информационные листовки, устанавливают таблички в необорудованных водных объектах. Министерство чрезвычайных ситуаций по Чуйской области установило предупреждающие таблички в местах, где запрещено купание, и совместно с местными руководителями проводит разъяснительную работу среди населения. Однако жители по каким-то причинам снимают предупредительные знаки на следующий день. По этим причинам МЧС вынужден обновлять таблички снова. Ежегодно мы обновляем таблички, но дети срывают их и приходится обновлять. Хотелось бы напомнить правила безопасности на воде. Нельзя купаться в запрещенных для купания местах или в необорудованных местах. Водоемы, пруды, каналы, реки и другие водные объекты, не предназначенные для массового отдыха. Купаться и прыгать в воду в местах, обозначенных запрещающими знаками и надписями. Распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии. Оставлять без присмотра малолетних детей. Заплывать за оградительные знаки. В Чуйской области 399 различных рек, но только 20 из них разрешены для купания. Поэтому перед отдыхом заранее ознакомьтесь с правилами безопасности, отметили в МЧС. Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнце или же после большой физической нагрузки. В воду нужно входить постепенно. Опять же повторюсь, надо купаться, где разрешено, и важно следить за детьми. Бассейны также полны отдыхающими в выходные дни. При этом должны быть соблюдены все условия. Прежде всего, необходимо иметь спасателей в местах отдыха. Если они не умеют плавать, в ту сторону отправляем, там 1,60 м глубина, они там оплавают. Или баллоны на рукавнике, специальные жилеты есть. Вот для них предоставляем это, они плавают у них. А кто не умеет плавать, с той стороны плавает, кто умеет, здесь плавает. Важно, чтобы каждый гражданин и родитель брал на себя ответственность, не рискуя своей жизни и жизни своих детей, купание в запрещенных местах. Айслом Мурзакова, Джумабай Исманалиев, СТВ, Чуйская область.